металлургический комбинат имени Сталина образцово выполнил задание правительства. Освоил изготовление высококачественной стали для производства танков. Лучших людей комбината правительство наградило орденами Союза. Директора завода товарища Билана орденом Трудового Красного Знамени. Начальника Мартеновского цеха товарища Курского орденом Красной Звезды. Секретаря горкома партии товарища Москвина, повседневно помогающего заводу, орденом «Знак почета». Орденом Трудового Красного Знамени награжден мастер Мартеновского цеха товарищ Танилин. К 20 декабря важнейшие цехи завода досрочно выполнили годовой план. Так отвечают на награду правительства патриоты Родины. Генерала Сикорского встречали заместитель председателя Совнаркома СССР и Народного комиссара иностранных дел товарищ Вышинский. Посол Польской Республики господин Кот. Посол Великобритании господин Крипс. Состав дипломатического корпуса и члены военных миссий. Патриотическое движение. Население сдает лыжи для фронта. С утра и до ночи на приемных пунктах Новосибирска людно и оживленно. Лыжи тщательно осматриваются и тут же исправляются дефекты. Получит сотни тысяч лыж для стремительных ударов по врагу. Спецшкола военно-воздушных сил готовит молодежь в военные летные школы. За успехи в учебно-боевой подготовке первой группе первой роты присуждено Красное Знамя школы. Круглый отличник Георгий Панасюк толково и ясно излагает устройство мотора. Старательно изучают сложную авиационную технику будущие сталинские «Соколы».
селе Волочаевка, как и во всей стране, готовятся отряды истребителей танков. Вот бойцов всего буча младшего лейтенанта товарища Пономаренко осваивает технику противотанковой борьбы. Молодежь Дальнего Востока продолжит славные традиции своих отцов и дедов, участников знаменитых волочаевских боев. Краснофлотцы Амурской флотилии в дальнем походе. Бойцов нагнал связист. Он привез радостную весть, газету с докладом товарища Сталина. Читка доклада была организована немедленно. Оживленные призывом вождя, краснофлотцы будут еще больше совершенствовать свое военное мастерство, чтобы в любую минуту мужественно и умело защищать Родину.